Курс на север. Нижегородские судостроители рассказали на пресс-конференции о том, что освоение Арктики стало приоритетной задачей в последние годы. Недавно они вернулись с международной выставки «Военно-морской салон», которая в начале июля была организована в Санкт-Петербурге. По итогам встреч с представителями Министерства обороны России и ФСБ были достигнуты договоренности по новым заказам. Исполняющий обязанности генерального директора судоремонтной судостроительной корпорации Дмитрий Савин рассказал о том, что уже подписан ряд контрактов. До конца этого года будет построено 7 тяжелых и полутяжелых железобетонных металлических причалов для обеспечения мест базирования кораблей большой тоннажности. 5 из них отправятся на север, остальные на Черноморский флот. В основном загрузка все-таки на север, плюс в этом году и в предыдущем были подписаны ряд контрактов на поставку нашей продукции на Балтийский флот. Потому что там места базирования тоже давно не улучшались, не модернизировались. Предприятие будет работать больше на Северный и Балтийский флот. Мы работаем для военно-морского флота, мы работаем для гражданских отраслей промышленности. Но а военно-морской флот – это гордость нации. А гордость нации, она всегда отмечается важными вехами, которые происходят у нас в судостроении.